Председатель Совета народных комиссаров Союза СССР, товарищ иностранных дел господин Иден. Заместитель председателя Совнаркома и народный комиссар иностранных дел Союза СССР, товарищ Молотов. Посол Соединенных Штатов Америки, господин Гарриман. Посол Великобритании, господин Керр. И посол СССР в Великобритании, товарищ Гусев. На аэродром прибыли товарищ Сталин и товарищ Молотов. Господин Черчилль. Рапорт почетного караула. Господин премьер-министр Великобритании, почетный караул от частей московского гарнизона по случаю вашего отъезда построен. Начальник почетного караула капитан Гуркин.